доброе утро. Ё-моё, как тяжело утром вставать. Не потому, что мы мало спим, а потому что, блин... Потому что не знаю почему. Потому что на работу надо. В том-то и прикол, что мы... Когда просыпаемся в выходные дни, мы спим столько же часов, ложимся просто позже и встаем, поэтому тоже немножко позже. Мы, допустим, ложимся в 12, либо в час, иногда в 2, и просыпаемся в 9 утра. А так мы ложимся в 9-10 вечера, просыпаемся в 7 часов, и не хватает нам, не знаю, без комментариев. Какие-то раки, наверное, какая-то вся в волосах. Умываюсь, выбегаю. Никита уже поехал. Сегодня я тоже одна работаю на своем месте. А завтра приходит новая девочка. Ну как новая? Новая, старая. Она там уже работала, просто ушла в декрет. И вот уходит из декрета. Мы с ней вместе будем... работать. Не знаю, как пойдет, посмотрим, что за человек. Ну, мне, в принципе, все равно. Вот она придет в четверг, и мне примерно вот с четверга остается неделя до конца контракта. Если что, перетерплю, как говорится, там мало ли что у этой женщины в голове. Вот. Ладно, все, умываюсь. А то мне через 15 минут выходить, ну, в принципе, нормально. Я перестала красить глаза стрелками, потому что это занимает много времени. Я лучше 10 минут посплю, чем буду стрелки рисовать. Что-то я посмотрела, на работе вообще там красятся 3 человека каких, если со всех взять, со всего офиса, то реально там, блин, буквально 3 девочки красятся, а остальные все такие приходят, зачуханные такие какие-то, непонятные. Ну, потому что у нас там в офисе мы с клиентами не работаем так вот. Прям иногда бывают, приходят клиенты, но это очень редко. И то, когда они приходят, то это записано специально в этом, что занято будет зал конференции. Ну, короче, вы поняли. И тогда уже там они, конечно, могут навести марафет. А так приходят какие-то зачуханные волосы во все стороны. Короче, ладно, все. Умываюсь, выбегаю на работу. А я уже дома. Капец, сегодня долго день шел. Это просто нечто. У меня как не было, ну точнее вчера вечером все сделала перед уходом с работы. И сегодня ничего не было, не было новых договоров, ничего вообще. Сидела как вафля, там немножко поделала того, но в основном целый день сидела и ничего не делала. Еще так, блин, напрягает то, что люди из другого отдела бывают ходят, так еще посмотришь, что я сижу и ничего не делаю, то я всегда делала вид, что я что-то делаю. Короче, блин, мне такое не нравится. Когда нечего делать, то вообще время так долго идет. А когда работа есть, то ты сидишь там, что-то занят такое все время. Быстро время проходит. Мне единственное, что сегодня много звонили разных людей. То одного такое там приключилось. Или мы можем этим заняться делом, то еще что-то. Ой, по телефону сегодня в основном лялякала с клиентами. Ой. Пришла домой. Сейчас буду, не знаю, что делать. Надо помыть вот кружки. Мы вчера какао вечером пили, я их оставила. Надо сейчас поставить греть, кушать. Только что кушать? Есть мясо, есть курица. Надо тогда либо картошку, либо макароны, либо рис что-нибудь сварить. Надо подумать. Есть мясо, курица. Мясо бы Никита взял на работу, курицу бы дома поесть. Еще сегодня Никита хочет рыбку эту поесть. Я у него спросила, или заходить мне в магазин за булочками для хот-догов. Может, появились, может, привезли. Он сказал, что не надо. Что-то, видимо, ему вчера пиццы хватило такого. У нас еще одна целая пицца осталась. И сегодня же в планах было сделать запеканки. Посмотрим, может, он... Кстати, может, напишу ему. Может, запеканки пока поставить. Потому что он уже едет. Он уже вон, 15 минут назад закончил работу. И я сегодня еще думала, может, мне борщик приготовить, а потом подумала, что уже, можно сказать, четверг. Ну, типа, мы поедим, и завтра уже четверг, пятница, и может, на выходные его приготовить. И тут так не хочется стоять возле плиты. Поэтому сейчас я ему напишу, спрошу, что он будет сейчас есть.
картошку почистить, ладно, что там ее почистить. А если суп? Ладно, про суп не буду спрашивать. Просто спрошу, что он будет сейчас есть. Что ж, ребята, самое время приготовить запеканочку. Никита ответил, что хочет запеканку, потому что хлебушек зачерствеет. Включим свет, чтобы лучше было. Берем... О, мягкая булочка, отлично. Еще мягкая. Нам понадобится, значит, соус какой-то, только я не знаю какой. Сделать просто с майонезом и с кетчупом? Или взять вот такой для бургеров? Или взять вот такой, как у нас есть, такой немножко пиканский, мексиканский какой-то, какая-то тика масала. Что-то вот такое. Я даже не знаю, что сюда лучше подойдет. Надо подумать хорошенько, пока... Я не думаю, а пока займусь хлебушком. Надо его разрезать. Для начала открыть. Так. Оп. Отлично. Я, наверное, все-таки сделаю просто с майонезом и с кетчупом. Так точно будет вкусно. Так-с. Берем ножичек. Я больше чем уверена, что я целую запеканку не съем, я съем, скорее всего, половину, а половину просто ставлю, чтобы взять на работу. Берем кетчуп. Главное, чтобы сухо не получилось. А то если будет сухо, будет не очень. Все размазываем. Окей, откладываем. Теперь колбаска, в нашем случае салями. Помидорчик надо сейчас будет помыть, порезать. И теперь надо все посыпать сыром. И все готово. Можно, конечно, если бы у нас были какие-то грибочки, можно было бы еще грибочки туда положить. Короче, кто что любит, тот и добавляет. Теперь это нужно все поставить в духовочку, я думаю, на градусов 180, пока не расплавится сыр и пока корочка не покроется. Я еще единственное что, именно себе из приправ добавлю сушеный укроп. Я не знаю, какой мне взять. Наверное, возьму себе там, где больше булки, а Никите там, где меньше булки и больше начинки. Все равно я буду на работу брать, чтобы мне было нормально. Я себе немножко укропчиком посыплю. Можно, конечно, орегано, но, не знаю, мне хочется. Я очень люблю укроп, поэтому укроп. Пришел Никита. Ку-ку. Сниму его, пока он не разделся. Это такое редкое событие. Никита одетый ходит дома. Нет, если мои штанишки тряпочные где-то... Да они в шкафу же лежат, но Никита... Я всегда не могу найти. Ну ты дурачок, что ли? А у нас для вас новости. Сейчас все так красиво видеть. Опачки, опачки. А знаете, что это за письмо? Это письмо с Америки, с самого Ютуба. С Америки прилетело к нам. Да, это из-за того, что у нас монетизация уже подключена на канале. Вот за каждый ваш просмотр к нам там иногда капает маленькая копеечка. И получается, тут пришло письмо. Надо ввести его там в нашей студии AdSense. И первый раз мы его выслали случайно не те данные, дали данные своей старой квартире. Они просто там были вписаны. Мы такие, окей. I'm a farmer. Сам будешь писать. When I was young, I have 23% from my payments. Так, все. Now I have tax 40%. Make America great again. No Black Lives Matter.
А я буду открывать важное послание. Тут даже написано, сейчас мы так прикроем. На русском. Важные сведения. Поняли, да? То, может, не надо никому их показывать? Так мы, я никому не буду показывать, я просто что я открываю. Вот видите, модное письмо? Написано «Оторвать края» на русском. Послали письмо в Польшу. Ну да, у нас странно, у нас все на русском языке, а адрес польский. Ну, живем в Польше. А, тут оно, наверное... Осторожно. Осторожно, письмо. Оно, наверное, сам... это само письмо, оно и есть, наверное, нет? Типа просто сложено внутрь, склеены края, и ты такой сейчас как книжечку такой открываешь, а и может, все. Фигурно. Тут тоже надо? Не да, знаю. И тут надо. Я фига раз... модно. Я экономия первый раз бумаги. Такие видела. Ну? Первый раз такое вижу. Защита щердовиска. Да-да-да-да. Все понятно. Все? С уважением команды. $100 вложили нам туда, нет? К сожалению, не вложили. Но тут написано с уважением команда Google AdSense. Или для дурачков, куда нужно зайти, даже ссылка прописана. Введите www.google.com/AdSense и так далее. И вот ваш пин-код. А уже все готово, буквально минут 10. Сейчас будем садиться вкусненько кушать. Вот мое, вот Никиты. Порезала нам так напополам. А что, будем смотреть что-нибудь, пока кушаем? Можно посмотреть Comedy Battle. Никита настраивает там VR, новые эпизоды Звездных войн. Хочет на стриме поиграть. И чтоб, знаете, не начать стрим и не ждать там, не смотреть, что там идет, не идет. Чтобы не было вот этого всего, он решил заранее заняться, поэтому все. Он сейчас тут дозанимается, я поставила посудомойку стирать, это там поднакопилось, ну, конечно, не сильно полное, но я решила, что надо уже постирать ее, это стоит. Лучше разгрузить ее, потом ее опять собирать. Вот, все, нам приятного аппетита. Не знаю, ли мы этим наедимся, еще, в принципе, рыбка у нас будет солененькая. Но, может, если что, к вечеру макарошки, либо рисик, либо картошечку сварим, и уже тогда с курочкой, или там с мяском, с моей фирменной сметанной подливкой. Будем кушать, вот, все. Нам приятного аппетита. И если вы тоже кушаете, естественно, приятного аппетита. Офигеть, ребята, офигеть, девочки и мальчики. Уже 8:30 вечера, это значит, что пора ложиться спать. Хотим сегодня лечь прям в 9, чтобы прям выспаться. А то я, блин, что-то в последние дни, вроде, когда встаю, нормально себя чувствую, ой. Но когда именно вот это вот встать, это настолько тяжело как-то, что капец. Поэтому ляжем пораньше, высплюсь. У меня, короче, это было не сегодня, вчера такая фигня была, я спала, и так как-то, представим, да, кровать, тут вот Никита спит, тут вот сплю я, здесь тумбочка моя, и там телефон лежал, ну, естественно, к нему еще лежать. И я спала, и как-то я так боком легла, и так ничего, так кайфово было, и будильник у меня оказался вот здесь очень близко, и как он начал верещать, этот будильник, я так подскочила, а у меня же не такое, что там птички какие-то поют классные, я не знаю, а какая-то такая музыка, что капец. И я аж подскочила, поэтому, когда так происходит, день начинается плохо. Надо переставить будильник на какой-нибудь интересный. Никита только что подстримил, прошел Star Wars, что-то там. Короче, ну, то, что я в сторис вчера снимала, что он там VR играл с джойстиком, там Звездные войны, все дела. То есть сейчас он прошел второй эпизод и третий эпизод, четвертого, видимо, нету. Но быстро прошел, где-то за полтора часа, ну, может, чуть больше, две части прошел. Вот, и я посмотрела пару видосов и понимаю, что уже пора спать. Поэтому пришла смывать макияж, готовиться ко сну, садиться монтировать влог. Сейчас только пойду еще, наверное, поставлю какие-то макарошки, сварю одну порцию Никите на работу, чтобы они быстренько остыли. Соберу ему обед, себе возьму запеканку, как и планировала. И все. И на боковую. Завтра четверг, потом пятница, и все. А, Никита не рассказывал, вам представляете? А может, не рассказывал. Ну, видите, я спать хочу, я уже не соображаю, что я говорю. Вчера, вообще, что-то было, вторник был. Никита мне звонит после работы и говорит, что
У него еще один дополнительный выходной в любое время, когда он захочет взять, потому что во вторник официально тоже был выходной, и он мог не идти на работу, но он об этом не знал, пришел, поэтому у него есть возможность взять себе, на когда он там захочет, какой-нибудь выходной. А у меня такого не было, и мне никто такого не предложил. И я не понимаю, то ли это реально официально выходной, просто нам об этом никто не сказал. Либо это у Никиты только почему-то там фирме выходной сделали. Вот, поэтому... Возможно, только у Никиты, потому что у Никиты очень много... Так вышло, странно, да? Так вышло, что в польской фирме, там, где Никита работает, там много русскоязычных, украинцев, белорусов. И, возможно, сделали из-за того, что Пасха православная, дополнительный выходной. А у меня в фирме одна я русская, а остальные все поляки. И поэтому никто мне не сделал никакого выходного. Ладно, все, прощаюсь с вами. Всем до завтра. Я умываюсь. Всем спокойной ночи. Хорошего дня. Или хорошей ночи. И всем аривидерчи.